И к другим темам. 610 миллионов тенге из областного бюджета и 88 из республиканского на социальную помощь инвалидам. Больше 3000 североказахстанцев с ограниченными возможностями получили сурдотифлотехнику, ноутбуки и телефоны с голосовым выходом, а также путевки в санатории. Денис Сивков расскажет подробнее. Пару ходов, и в дамках оказывается Марлан Сарымсаков. В партии против своей супруги он побеждает. Здесь, в обществе слепых, игра в шашки – это один из видов проведения досуга. Марлану 42 года. 14 лет назад из-за травмы полностью лишился зрения. Это не сломило его дух. Мужчина начал заниматься спортом, выучил шрифт Брайля. Оперировался в Омске, в Екатеринбурге. В 25 лет полностью потерял зрение. Ну, как бы обратился Казахское общество слепых, филиал наш Петропавловский. Здесь как бы и получил реабилитацию, можно сказать. Узнал о многих таких людях, которые, тоже потеряв зрение, не потеряли себя. Сейчас хожу в бассейн. Ранее я занимался легкой атлетикой плотно и плаванием. Поначалу было сложно, рассказывает Марлан, но со временем ко всему привыкаешь. Главное – не терять веру в себя. Уже после потери зрения он встретил будущую жену. Сейчас у них двое детей. Марлан руководит корпоративным фондом «Кызылжар». В этом году в рамках программы по поддержке инвалидов получил ноутбук. Помогает в работе, пользуюсь там, Word, Excel там, при получении, допустим, те же электронные почты, чтение, отправка. Всего в этом году на социальную помощь людей с ограниченными возможностями выделили 610 миллионов тенге из областного бюджета и 88 миллионов из республиканской казны. Свыше 3000 человек ее уже получили. На курортно-санаторное лечение съездили 438 североказахстанцев. Телефоны, тонометры, говорящие с речевым выводом, глюкометры с речевым выводом, также термометры, ну и другие средства реабилитации. Вот еще со следующего года у нас планируется выдача таких средств, как нитковдеватели, самоучители по системе Брайля. Это специальные такие разборные азбуки и звуковые самоучители. До конца года еще 1500 североказахстанцев с особыми потребностями обеспечат новыми тифлотехническими средствами. Денис Сивков, Жолдызбек Ермуканов, новости МТРК.